Стало известно, что российская конькобежка Ольга Граф, двукратная бронзовая медалистка игр в Сочи, приняла решение не выступать на Олимпиаде в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом она написала в своей социальной сети. Граф попала в список так называемых чистых спортсменов МОК, но, несмотря на это, добровольно отказалась от приглашения комитета. Объяснила это тем, что несколько лет целенаправленно готовилась именно к командной гонке преследования. А так как команды, собственно, не получилось из-за запрета некоторым участникам сборной ехать в Южную Корею, то и смысла участвовать в Олимпиаде она не видит.